это пресс. Разве это пресс? Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xBet. Зашел, поставил, победил. Парис Сен-Жермен. Смотрите, какая сразу тройка нападения. Сегодня в стартовом составе. Сен-Жермен лидер сезона. 4 победы в 4 играх. И сегодня впервые на арене Кильян Мбаппе. Смотрите, на все это такого вздоха волнующегося, волнительного он себе подавить не сумел. Кильян Мбаппе сегодня дебютированный. Плюс этот трансатлантический перелет колоссальный. Как именно они разберутся? Пока в соответствии с стартает он здесь. Но взаимозаменяемость фигур, и после этого кавычки физических он на поле провел. А вот в матче против команды Колумбии, простите, в матче против команды Венесуэлы, дело только в формальной стороне дела, контрактные дела будут оформлены в конце концов. Вот Мбаппе уже на первом, мог бы только об этом мечтать. Ну, сегодня все-таки некоторое обновление в составе Пари Сен-Жермен. Не только в атаке, в дебютях атаки. Неймар, Мбаппе. Интересно будет потом посмотреть на статистику их взаимодействия. Очень много передач, чисто визуально. Лепные мастера и особой сыгранности тренировочной. Им и не надо. Они понимают друг друга на поле. Вот один мяч в этом сезоне. В самом первом туре ворота Гингам. Начался Нолан Ру. Спитаки из-за этого очень широк. Неймар. Мбаппе. Снова это взаимодействие. Мбаппе. Серия обманных движений. Невероятно, конечно. Мбаппе здесь здорово придержал. Но здесь положение вне игры, если честно. Мбаппе. Снова Неймар, Мбаппе. Решил не играть очень просто. Ну, он сделал все правильно. Точнее, правильно сделал не только он, но он свое еще забьет за этот клуб. Мбаппе позволяет отличиться Эль Матадор. Испанский язык. Хотя Эмери сразу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кильян Мбаппе. Пятка перед Ваней пропускает. Мбаппе оставляет каблуком, и Кавани бьет. Вроде BBC или MSN, которые все мы знаем. В мадридском Реале и Барселоне. Мбаппе. Пас Кавани. Это пас на гол. Кильяном Мбаппе. Да. Тем острейшим предложением забить, которое уже... Чистый восторг. Та игра, которую эти парни демонстрируют. Смотрите, как он вырезал мяч. Передача от Мбаппе на Неймара. Неймар выходит на ворота. Первый пропустили, а на 37-й Эммануэль Ривьер забил ответный мяч при попустительстве Адриана Рабьо. Ну и 22 игрока на своих местах. Замен нет. Составы Винуайсу Экото, 24-й Рено Куат, 26-й Мигель Кафу, 9-й Нолан Ру, Матьё. Но все это были вещи, к которым Мец оказался явно готов. Вопрос был не... А микрофон. Какой-то совет к Мбаппе. Вот сейчас мячом как раз подали. А вот нарушение против Кильяна. Чуть сильнее выкатил мяч Мбаппе у партнера. Пяточка. И на полном ходу в момент набора скорости... Получив такой пас в предыдущих случаях подобных, анмас, за такое могут показать и желтую карточку. Поэтому Мбаппе по ногам. Смотрите, как покатили. Не понравилось болельщикам Златоринги судейское решение. Естественно, Мбаппе! Вместо Мигель Кафу на поле появился Матьё Удоль. Но формально голевой. Мбаппе делал заброс на Неймара. И Крис за команду Златоринги. Вот еще один момент. Неймар получает мяч.
Знаете, это можно может разгромить. И просто подвернулась там чья-то пятка. Удачно. Или даже не пятка. В первом тайме. Именно он прикрыл позицию, с которой был выгнан. Неймар! Сейчас помогает забить Кильяну Мбаппе. Во Франции. Балан. На абсолютно бразильском уровне технически оснащен. Смотрите, как он расправляется с... Его сбивал Филлипс. Берчичи. Пасует в одно касание Кавани. И вкатывает этот мяч. Наверное, мяч просто отваливается. Даже от локтя Мбаппе. Уточним. Неймар налево. Берчичи. Пасует, в принципе, на Мбаппе. От груди Мбаппе мяч...